Привет, друг, с тобой Аван. Мы продолжаем играть на сервере Смотра Рейдж, все как всегда. Не прошло и 29 дней, как я опять зашел на сервер, чтобы записать вам этот прекрасный видосик. Ну, как бы один видос в месяц, стабильно хотя бы. Хотя бы как, но стабильно. Как ты понял по названию попервью-ролика, сегодня я вам расскажу о самом ликвидном, самом офигенном электрическом автомобиле на данном сервере. Хотя, мне кажется, все без меня знают, что это за автомобиль. Можете прямо сейчас написать в комментариях, что это такое. Но я очень давно его хотел, еще примерно с момента, когда его добавили. Его добавили где-то уже год назад, а может даже больше. И наконец-то я его перекупил. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. А мы начинаем. Ну а перед началом данного ролика хотел сказать, что именно на этом сервере мне свой личный промокод Evan. Вводи его при регистрации большими буквами и получай 50 тысяч рублей и VIP-статус на один день. Иди сдавай на права и работай на свою мечту. Ну что, друзья, как я сказал, не прошло и 29 дней, как я опять на сервере. Прошлый ролик у нас был с этим легендарным зеленым Хураканом. Очень уж он мне нравится. Если вы не видели, зайдите, ну хотя бы начало посмотрите по-братски. Оно охеренно получилось. Я его монтировал часа 2, может даже 3. На съемке тоже не менее 2 ушло. Ну по-братски. Ссылку оставлю в описании. Спасибо. Знаешь что, серия у нас сегодня про электрический автомобиль, да, самый ликвидный. Я немножечко, хотя мне кажется, или можно соспойлерить. Не, я не буду спойлерить пока что. Но первую часть ролика я вам давайте посвящу в ясность, где я пропадал и что со мной случилось. Хотя не знаю, будет это всем интересно или нет. Короче, давайте тюнить каждый мой новый автомобиль для автопарка. Давайте вот здесь в ШПЦ заедем, тихо, в село. Здесь будет тюнинг проходить нашего автомобиля. Где я пропадал? Первое, это depression, you know? Мне кажется, я в каждом ролике так говорил, где я пропадал, и первое, что я сказал, depression. Ладно. Первое, это почему не было роликов? Первое, я выгорел, если честно. Чтобы получать огромный фидбэк от YouTube-канала, это надо всегда вылаживать ролики, а не как в ТикТоке, выложить один ролик там на 10 секунд и надеяться, что он залетит, да. А в последнее время просмотры не так яростно набираются, как раньше. В 2021 году, да. Но мне кажется, депрессия из-за того, что из-за войны в 2022 году, которая началась и идет еще до сих пор, да, 2 года. Не знаю, что-то изменилось в то время. Тогда у меня выходило и по 2 ролика в день. Но стабильно через день у меня выходило по 1 ролику на 4 проектах. Я тогда играл. Все было прекрасно. Но после начала войны что-то пошло не туда. И если честно, YouTube меня уже не так сильно стал интересовать. Может, прошла какая-то переоценка ценностей, что ли. Ну и, конечно же, сюда и входит и заработок, то, что ты зарабатываешь раз в 10 меньше, а может даже больше, чем раньше. Хоть YouTube это не для денег, да, в первую очередь для творчества, для интереса, но все равно это так сильно тоже влияет. Второе, что произошло, это то, что я решил переустановить Windows, потому что он у меня был забит всяким мусором. У меня на диске C оставалось там меньше гигабайта, я заходил в GTA, у меня крас, оно долго грузилось. А, еще у меня была проблема с Launch Game, вот этот, когда запускаешь Rage, пишет там что-то с ресурсами связано. И оно мне крашило, ведь то, что я только не делал. И Rage переустанавливал, и Rockstar Launcher, и GTA 5, и я не помню, что там, а код какой-то еще писал. Короче, нифига мне не помогало. Все, что мне помогло, это переустановка Windows. И решил поставить 11-ю винду, из-за того, что 10-я винда уже в 2024 году умрет. Вот вам спойлер, кто не смотрит новости. С конца февраля уже прекращает поддержка .NET-овских библиотек. В июне прекращается поддержка Visual Studio и всех сопутствующих файлов. И в декабре 2024 года прекратится поддержка Rockstar на Windows 10. То есть в декабре, там, в конце декабря, если не ошибаюсь, ты уже не сможешь поиграть GTA 5 на Windows 10. Ну, уже в следующем году, в 2025, выйдет GTA 6. Так что, хотя на ПК она выйдет в году 2026 минимум. А то и 7. Поэтому я пока поставил Windows 10. О, Windows 11. Пока поставил драйвера. Захожу в игру. Оно мне, блядь, растягивает картинку на пол экрана. Оно меня крашит. Врубаю NVIDIA-вские вот эту запись экрана. Оно мне сворачивает игру. Не дает записать игру. Об этом мы еще позже поговорим. Короче, Windows 11 это такая багодная система, на которую нас заставляют всех перейти. И в итоге я разбирался недели 2, пока ставил какие-то обновления от Windows.
Windows как-то проходило. Еле я разобрался, и вот сейчас как-то все нормально, работает, не глючит. Я поставил Quan, все работает, зашибись. Пока что норм. Материалы, в принципе, пацаны, уже закупил на 2 серии вперед, поэтому я как минимум в начале марта еще выйдет серия одна по смотри. И это так сейчас, мам, этот. Нет, это не точно. Нет, выйдет точно. Короче, самый ликвидный автомобиль, электрический, самый охрененный, самый мною баженный, да, была Tesla Model X, но лучше всего это вот этот автомобиль. BMW i8. Мне кажется, после слов BMW уже можно было не говорить о самом лучшем автомобиле, ведь это BMW, да? Короче, давайте для начала заедем в тюнинг, затюним, конечно же, а после чего я вам расскажу о технических характеристиках. Может, кто-то еще не знает, но это лучшая тачка для новичка, электрическая. Подождите, подождите, я так давно не записывал ролики, что я уже забыл сказать, откуда у меня эта i8 появилась. Нет, мне ее, к сожалению, никто не подарил. Я эту BMW прикупил где-то плюс-минус неделю назад на ЕКХ. Я писал в Дискорде, что куплю BMW, куплю BMW. В итоге меня никто не отписывал. И по счастливой случайности я зашел где-то в час или в 2 часа, не, вроде в 2 часа ночи. Там стоял один челик, продавал эту i8, говорил срочно, срочно, срочно. Он его продавал что-то за 10 лямов, она ФТшная. В итоге мне получилось торговать ее за 9, и за 9 лямов я купил эту i8. И здесь бы была бы офигенная вставочка, но как я говорил буквально 2 минуты назад, у меня выебывался NVIDIA GeForce Experience вот этот, он не давал мне записать экран, я записал экран с помощью телефона, и знаете что? Я чистил пару дней назад телефон и удалил этот видос нахер, и забыл про него. Боже, какой капец, там что-то 400 тысяч комиссии вышло. Короче, 9500 округлим, я думаю, будет нормально. Да нет, за 9 я ее брал. Короче, давайте зайдем в малярные работы. Первое, это уберем этот белый цвет, он вообще не идет ей, очень некрасиво, тем более с этими фиолетовыми вставками. Пленки у меня не работают, кузовные винилы нет. Цвет кузова в этой A8, да, можно сделать черный, это банально. Можно сделать красную A8, это тоже банально. И у меня тем более будет уже в следующей серии красная машина, это вам спойлер, вот. Такая зеленая, тоже прикольная, но нет, но мы будем делать ее голубой. Что-то такое, да? Ну что-то из того, да, согласен. Подожди, а если сделать цвет материала белым? Прикольно, но не то, да? А если черным? Ну черным скучно. А если сделать наоборот, вот. Вот это мы сделаем голубое, а цвет кузова сделаем белым. Да, вот переобулся, да? Блин, а кстати, прикольно. А если серым? Это тоже прикольно выглядит. Блять, какой цвет теперь красить? Не, давайте голубую. Я всегда хотел голубую. Сделаем голубую. А вот цвет интерьера можем сделать светло-голубой. Вот такой. Будет тоже прикольно, кстати, выглядит. Давайте вот такой вот прям сделаем. Делать белым или серым это не то. Вот голубой такой ярко. Хотя он сливается тоже. Перламутр краску. Может, перламутр нас спасет. Blue Silver Metallic. Делает нашу тачку еще светлее. Давай добавим. Значит, на покраску что у нас уходит? 253 950 рублей. Это называется, я собираю по последней копейке на новый автомобиль. И сейчас 250 на покраску. А, давайте сразу зайдем в доп. Оборудование и обвесы, так как я знаю, что здесь есть тюнинг. Так, сразу давайте в дополнительное оборудование. Шильдик. Киты, это что? Это убирай, да? Пусть будет, 99 тысяч зажал. А, губа, губа. Говно, говно. Нет, не хочу. Задний бампер. Ну, вот это еще, но 500 тысяч... Не, некрасиво. Вот это... Ну, кстати, вот это можно добавить, но... Блин, оно так выпирает. Блин, опять нет? Расширение арок, это что? Это у нас так. А, то есть антихром у нас за 500 тысяч. Это внутрянка. 600 тысяч. То есть, я хотите сказать, купил по внешке стоковый i8? Но то, что нету спойлера, я шарил. Может, с таким спойлером ее хотя бы? Или без спойлера? Потому что все здесь спойлером, может, без спойлера бахнуть. Давайте без спойлера, чтобы не повторяться. И это не потому, что я не хочу деньги тратить. Вот, вот тонировку я бы убрал с пятака где-то на 35%. Ладно, давайте на 15%. Вот так. Хотя бы как-то так. 89 тысяч. Или шильдики уберем. Не, давайте хотя бы шильдики уберем. Ладно, 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 говорили. Шильдики добавим. Мне нравятся баги на смотри. Вот здесь пишет, смотри. 99. Добавить в корзину. В корзину за 90 тысяч рублей. Ну, пацаны, ну этот баг уже полгода, ё-моё. Ну, неплохо, неплохо. Сейчас мы на диски потратимся нормально так.
Блять, диски Альбина. Такой мем. Я понял, что надо сначала выровнять параметры колес, а потом уже выбирать диски, потому что как они сейчас стоят, это капец. Мне нравятся либо вот эти с Альпина, да, которые бы на E38 подошли. Чиназис было бы. Или вот эти. Ну, вот эти, мне кажется, Z-Perfect, которые мы ставили на хурик, но они прям Perfect сюда подходят. Давайте назад и немножечко поторовняем, да, задние колеса. 299 тысяч на дисках мы еще потратили. Цвет дыма покрышек. Да, ну где-то вот такой, да? Давайте добавим по приколу. 350 тысяч, который хотел добавить губу. Витой по приколу, давайте въебем на 50 тысяч. А, самое прикольное то, что да, я купил эту i8, но я не смотрел, ФТ она не ФТ. Пацаны, что скажете, Иваныч с гаражей сможет вот это вытянуть? Обычная тачка из США с Копарта, нет? Не, ну выглядит, мне кажется, норм, да? Чё? Понял. Б. Стейдж 3, да, стейдж 3, 8 поршней. Фух. Ебать, какая приора на красных штампах. Та ты шо? Та ты шо? На херах, на херах. Уф ты, давай, давай, давай. Тапку в пол, брат. 130 едет, нихуя. Вот зала, давай, давай направо. С ручничком. Ну? Оттормаживается? Да давай. Хорош, боком. Идиот себя веду, извините. Я что-то приору увидел, давно, кстати, не видел. Я вам забыл показать чип, пацаны. Лучший чип на BMW i8. Лучшего нет, вот. Берите, копируйте, я вам говно как бы не советую. Вот когда посоветовал чип на McLaren P1, вот у меня есть ролик с McLaren P1, вот найдите его. Ладно, пофиг, ссылочку оставлю в описании. Там чип идеальный. Кто меня видел, сразу спросил у меня чип на McLaren ставить. Стиль. Голубая такая с металликом, прям охеренная. Не знаю, мне очень сильно нравится. О, здорово, бразер. Классная машина. Ай, спасибо. Ну что, ребят, давайте на фоне заложников дизеля и бензина поговорим, почему же этот автомобиль ликвидный и почему же он такой имбовый в свои деньги. Значит, стоит он 9,9 салона, в БУ он слив там 7,4 миллиона, если не ошибаюсь. 2 миллиона 100 тысяч нужно для того, чтобы сделать его фото. Ну, короче, на БУшке ты этот автомобиль можешь найти где-то от 9,5 до 10,5 в зависимости от внешнего тюнинга. Едет этот автомобиль 330 км в час, и у него есть 4 места в багажнике. Ну, у меня здесь, к сожалению, ничего нет. Ну да ладно. Плюс ты можешь работать на частном ввозе на бизнесе. Мне кажется, других вариантов вообще нет. И в-третьих, из-за того, что разработчики добавили этому автомобилю офигенную физику, этот автомобиль мега ликвиден. Его очень легко можно продать на БУшке. Можно вопросик задать? Да-да-да, можно. А почему ты решил купить i8? Фармить удобно. Что тебе больше всего не нравится? Что нравится? Да, да, да. Ну, хендлинг, наверное, нормальный. Из-за этого, да? Ну, в целом, да, и платить не надо за топливо нормально. Ну, минус единственный, да, что когда ты заряжаешься, ты не можешь никак выйти. И F3 не работает, ничего не работает. Ну, F1 можешь, конечно, выйти, но можешь забакать что-то. Поэтому не советую. Почему ты решил купить i8? А что тебе не нравится? Хендлинг, внешность или что? Электро. Понял. Ничего так, как забагалось. А что именно? В смысле забагалось? А что забагалось? Понял, понял. Видите, каждому нравится свое. Кому-то вот нравятся баги. Это не тот ответ, который я хочу получить. Еще одна зеленая. Блять, это тот же. В смысле, сука, он только там стоял. Че это за капец? Мне нравится i8 покупать, чтобы АФКшить на ней. Я уже сколько АФКшников встретил, это капец. По нраву хендлинг. Понял, спасибо. Не, ну хендлинг вообще реально охуенный. Ты вот так можешь делать. И спина не будет болеть. Почему ты решил купить i8? Что тебе больше всего нравится? А ну, маневренная по вину нормас. Только минус долго заряжается. Понял, спасибо. Я, кажется, понял, владельцев i8 нужно на зарядках искать. Ну какая F90 вот сможет за 9 лямов вот сделать вот так с дверьми, а?
Вот какая. Давайте перейдем к последней части нашего ролика. Почему же я сказал, что это лучшая электричка на скрытом номере, да? Кстати, я еще даже сначала не заметил. Мы же, вот давайте подсказку для тех, кто смотрит мой ролик давно, хотя всем похер, да, как и мне, в принципе, да. Мы тюнили этот автомобиль вот здесь. И когда-то, полтора года назад, мы тюнили там же автомобиль, на котором висел тот же номер, что будет висеть на i8. А размышление 30 секунд. Загадка Джека Фреско. Ладно. Полтора года назад на сервере была BMW E31 восьмерочка, да? И на ней у меня висел номер A008AA77. С того времени, как ее убрали, уже прошло где-то года полтора. И этот номер у меня висел в хранилище. То есть скрытный, я так его назвал, потому что в хранилище попасть очень сложно. Единственный способ — это то, что у тебя номер будет висеть на каком-то автомобиле, и номер из автомобиля, которого уберут, попадет в хранилище. Вот почему он забытый. Ну и про него меня много спрашивали, типа, где восьмерка? Говорю, да у меня она. Вот поэтому что? А, мы должны находиться в транспорте. Окей. Вот так, чтобы красиво. Вот так. Вот так. Вот так. Ой-ой-ой-ой-ой. Сразу как-то дорого выглядит, нет? На бумер i8 из хранилища. Может, теперь будут останавливаться мне и отвечать? Я не знаю, на том номере не хотели. Все, теперь у меня кнопочка хранилища пропала. Мне сразу капец как дорого выглядит, нет? Вот спереди прям вообще очень-очень дорого. Почему i8? Кстати, никто не сказал за автопилот. То есть я могу вот так сделать. Нажать на J. Автопилот активирован. Приятной поездки. Хоть много кто про это уже забыл, но это реально же фишка. Я помню, как только ее добавили, все же не пользовались и офигевали. У меня импала была электрическая с помощью бага. Это же удобно, очень удобно. Ну что, ребят, у меня в принципе на этом все. Даже дождь пошел, потому что это уже конец серии. Надеюсь, она вам понравилась. Она была информативная, интересная, веселая. Давайте проведем маленький конкурс за то, что у меня не было. Напишите любой комментарий и внизу укажите свой Discord. И два рандомных комментария получат по 200 тысяч на данном сервере. Поэтому пиши, обязательно нажимай на лайк, подписывайся на канал, ведь здесь выходит очень много веселых, интересных и полезных видео. Колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня, всем удачи и всем пока.